барашек едет в шарагу. Итак, у меня через 14 минут занятия обновочки. Я себе купила вот такую тетрадь, значит, для английского. Не тетрадь, а блокнот. Это будет мой блокнотик специально для английского, для всяких фичек. И вот такой вот подарочек. Мне подарили. Коврик для мышки. О, кайф. Покажу просто, чем я занималась сейчас со своей одноклассницей. Короче, нам дали заняться текстом. Это просто трэш, потому что я писала статью на русском. Короче, вот я набирала вот этот вот текст. Она мне его переведет, потом я его подлатаю и буду вводить в Word. Вот так мы решили разделить обязанности. Про женщин таек, и это, как правило, более взрослые. Он не хочет мне нормально печатать. Вот так вот он мне печатает. Я выбрала формат А4 на всю страницу. Все, в чем твоя проблема? Любимки. Получается, дети и собаки заблудившиеся. In 1989. And as countries, you need tomatoes. You know, one house you can highlight through all the big streets, and I know the woman. Итак, сейчас буду занятие номер два. Алло. Вы письмо? Ну, быстренько на письмо готовлю. Вот. И значит, мы с тобой потом еще позанимаемся устным, то есть сколько нам времени хватит, столько устным позанимаемся. Доброе-доброе-доброе, наидобрейшее утро. Сегодня у нас... Какое? 22 марта. Офигеть, 22 марта. Трэш, короче. Это у нас первый день каникул весенних. И сегодня чилим дома и делаем ногти. Потому что я думала, что я с ними ходила немного. Оказывается, что я их сделала в феврале еще. Я сама делаю ногти, а у меня они обычно всегда отламываются, ломаются, как-то отслаиваются, либо просто снимаются вот так. А они до сих пор просто восхитительно держатся. Но они уже сильно отросли, поэтому будем делать новые. А вообще, собственно, сейчас будет распаковочка, потому что мне пришли тут у меня посылки из ВП, и из Озона. Там в основном все вещи для ногтей, поэтому я покажу то, что не для ногтей. Это чисто черная мужская футболка. И просто очень хотелось себе футболку, чтобы у нее был спущен рукав. Я могу так просто ходить. Короче, у меня просто в планах было сделать образ с вот этой футболкой, чисто черная футболка. Кожаная юбка. Вот эта кожаная юбка. Вообще.
Вот, и, короче, черные чулочки и мои ботиночки, но уже когда будут времена, я буду так носить, тогда и увидите этот образ. Это мне пришли цвета новые. Как красиво запахло. Просто белый, просто черный, темно-серый, светло-серый, бордовый и красный. 60 грамм, и я думала, что будет упаковка поменьше, а наращиванием я очень давно не занималась. Кисти, я все-таки решила их заказать. Вот такая вот втирка. Вечно, блядь, в разваленном состоянии. Вон. Юточка, это последнее. Последнее. Все. Здесь у нас есть отрицательные эстетики. На самом деле, ребят, положение со стихами что-то такое в области. Так вот. Всем снова привет! Сегодня у нас 23 марта. Невероятно приятно просыпаться с чувством того, что каникулы никогда не нужно. Добиваю вот этот стадилист, все долги по школе переносятся на конец полугодия. А вот это все по экзамену, то, что я хочу доделать. Вот это по японскому, что мне надо доделать. Это пока только 16-е задание на степени. Буду еще разбираться с логарифмами. Подход по математике номер 2. Я откопала свои тетради за 9 класс. Вот это, по-моему, все за 9. Я реально не понимаю, почему так много. Я по алгебре, судя по всему, реально 3 заполнила такие. Короче, мне их надо будет потом перебрать, потому что там не подписано, как я вот сейчас начала делать, что я знаю, где что. Поэтому некоторую теорию буду сейчас искать. Да, читаю. Вот это свойство уже... Шарики. Пришли одну сегодня немножко на дизмораль. Спасибо. Да, но мое детище. Обзор. Мы съездили, купили мне кроссовки. Хабумель.